Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня вашего Кента вызвал на дуэль плохой мальчик, а именно Тик-Так. И он сказал, что, ребята, он хочет выяснить, кто из нас круче. Так что, ребята, ставьте прямо сейчас лайки и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень-очень важно. Чем больше лайков, то, ребята, тем больше видео на моем канале. Ну что же, давайте, ребята, прочтем немножечко переписку. Что же пишет наш Тик-Так? Он мне пишет, короче, с фейковой странички. Мы все понимаем, что это очередной школьник. Он мне пишет: «Привет, я Тик-Так, и это моя новая страница». Естественно, я же как Кента пока спрашиваю: «А с какого у тебя новая страничка?» Он мне отвечает: «Да так, просто для дуэлей». Ну, нормально, да, я тоже так делаю. Кто так делает, плюс в комментарии. Потом я спрашиваю, какой у него самый крутой нож, он пишет: «Тычки». Потом я, ребят, спросил, сколько он зарабатывает. Он очень долго подумал, прям очень долго подумал, и ответил, что примерно 70 тысяч. Ну а дальше, ребята, у нас был с ним дуэль, потому что он считал, что я нуб. Ну а я, ребята, не нуб. Кто согласен, тоже пишите в комментарии ваше мнение. Ну что же, Тик-Так, готовься, потому что прямо сейчас ты умрешь. Ребят, поехали, поехали. Сейчас мы, короче, навешаем люлей этому мальчику, который притворяется, что он Тик-Так. А ну, иди сюда, карапузик. Опа, шпуньк, опа, опа. Кент пока сравнял счет. Ребят, вроде бы неплохо. 1-1, играем, как обычно, ровно до 10. Кстати, народ, это моя первая дуэль на обновленной карте. Вот это да. О, я опять победил. Ничего себе, я не играл в Black Strike примерно неделю, потому что, ребят, я отдыхал в Египте, кто не знает. Ну пипец, я вроде не потерял скилл. Так, ты где? Ой, братанчик, слышишь, ты лагаешь. Но Кент ПК все равно убивает тебя. Ребят, неплохо, неплохо. Я-то думал, что я потерял скилл, но, ребят, в принципе, все окей. Так, промахнулся, но ща убью, смотрите. Инфосоточка, ща убью. Ой, мальчик. Ё-моё. Короче, беру АК и убиваю его. Изи, ребят, изи-бризи 4-1. Ох, ну, конечно, это Тик-Так и нуб. Ля-ля-ля, тополя. А ну выходи ко мне, мой маленький. Так ты где? Так тебя тут нету, значит ты с этой стороны. Я прав? Конечно, я прав, ребят, я ж Кент АПК. Ой, лол, как он меня убил. Так, ребята, вот это уже было обидно. Ну ничего, ща отыграемся. Ща, ребята, мы покажем, кто тут папочка. Ты-то кого убил в прошлом раунде? А ну иди сюда. Иди сюда. Так, тебя опять долго тут нету, значит, ты будешь где-то тут. Ребят, смотрим, 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 и он воистину тут. Изи, изи, 5-2. И, в принципе, ребята, уже половину каточки я сыграл. Ну, я думаю, вы понимаете, кто тут победит. Ой-ой-ой, как он лагает, вот это у него пинг. Приветик, 6-2, он по мне даже не попал. Чё-то, ребят, кажись, я вот как приехал с Египта, набрался сил, начал играть еще лучше. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, какой я игрок. Я нуб, я про. Каков мой скилл? Оцените, пожалуйста. Йоу. О, вот это да, вот это пинг! Ну, ребят, ну это было нечестно, он залагал. Вот тупо залагал. Я его даже не видел. Пипец, ну какой у него пинг? Так вроде бы нормальный пинг, а чё это за прикол-то такой? Я не знаю. Но, скажем так, ребят, это было неприятно. Так, 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 ага, с этой стороны его нету, значит, он будет с этой стороны, и я был прав. 7-3, ребят, я его выиграю ровно вдвое, и это, конечно же, меня радует. Неплохо. Блин, я вообще, честно говоря, ребята, я думал, что я проиграю. Ну тут, смотрите, в принципе, игра еще неплохо, да? Вы обязательно напишите в комментариях ваше мнение по поводу моего скилла. То есть он есть, его нету. Вот как вы считаете? Ну, я считаю, что, в принципе, 50-50. Так. Так, алло! Ах ты, маленький хитрец! Ща папочка с дигла тебя поджарит. Шпуньк! С первой попытки, ребят! 8-3. Ну все.
Буквально два раунда, и, ребята, ваш Кент ТПК победил. Знаете, что самое приятное во всем этом, ребят? Это не постанова, это реальный бой, это все реально. То есть, ни в коем случае не думайте, что там кто-то поддается или еще что-то, ребят. Это все самый настоящий бой. И, к сожалению, или к счастью, наш Тик-Так проигрывает. Ну, конечно, ну он и негодяй, да? Обозвал меня нубом. Представился, что он Тик-Так. Еще, ребят, еще и при этом он проигрывает. Как ему не стыдно. Так. А кто это у нас тут такой? Ой, приветик. Блин. О, ну давай, Кен, хедшот. Ну, блин, что такое Mozilla? Ничего себе, 34 хп. Ай, блин, ну я нуб. Ребят, вот тут я согласен на 100%, я нуб. Я затупил. Ну ничего, я в принципе думаю, что я выиграю. Нормально, 9-5. Ребят, буквально последний выстрел ему в голову, и ваш Кент ТПК победил. Ну что же, поехали. Давай, вылезай мне под пулю. Блин, его тут нету, значит он с этой стороны. Да, я увидел. Ну, промахнулся. Да! 10-5. Хотя подождите, если мы играли... так мы играли с одного, да? То есть 1 плюс 10 равно 11, да, ребят? Значит, мы играем до 11. Ну, не проблема, ребят, сейчас выиграем. Надеюсь. Последний выстрел. Ну давай, иди ко мне, мой сладенький. Ой, промахнулся. Перезарядочка. Ну давай, выходи. Ах ты негодяй. Это... Не понял, а где он? Не понял. Я кое-что не понял. Подождите, он же был тут. Ё-моё. Он меня пугает. Тик-так, ты где? А, вижу. Ну. АК-47 в помощь. Ой-ой-ой, как ты лагаешь. Но, ребята, ваш Кент ТПК все равно побеждает. Все, ребят, вот теперь чистая победа. Так что, пожалуйста, ребят, поставьте лайк, кто верил в кентуху. Ребят, не потерял я еще свой скилл. Я как был... Ладно, не буду говорить про... Я как был хорошим игроком, так им и остался. Так что, ребят, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был ваш Кент ТПК. Всем удачи и всем-всем пока-пока.